заседание объявляю открытым! Выслушаем сторону обвинения! Вызываю деда Игната! Дед Игнат, ответьте, если вы нас слышите! Дед Игнат, подайте нам знак! Это не суд, а спиритический сеанс! Подонок! Ура, он с нами! Задавайте свои вопросы! В каких чувствах вы сейчас находитесь? Я когда его рожу увидел, Путина этого, сразу понял, гнида. Не может быть с таким хлебалом и не гнида. Дедушка, вы все напутали. Слушайте, не мешайте свидетелю. Заткнись, нацист. Всю жизнь мне испортил. Давай про лошадей. Из района приходили нерадостные вести. Красная армия отступала. Валюга, мне пенсии на 3 дня хватает.